Привет! Если вы смотрите это видео, то я хочу вам объяснить вот то, что у меня сегодня произошло. Я сейчас была в гостях у своей лучшей подруги. Наилучшей подруги. Это одна из моих лучших друзей. И, короче, она начала... Вот я еще вчера у нее была в гостях. Я начала играть. Она начала со мной играться. Вот есть вот этот вот, который поджигает газовые плиты. Вот. Она начала ее тыкать в меня. Потом на следующий день я у нее отобрала. Сегодня, в смысле. Сегодня я у нее отобрала и начала ей то же самое делать. Она начала на меня орать, типа, отдай, отдай. Я начала от нее бегать. Потом она... Ой, извиняюсь. Потом она ушла, типа, кинула мой телефон. Закрыла дверь в комнате. Просто так закрыла и открыла. Вот. Она потом сказала... Я сказала ей... Нет, она ко мне подошла и сказала, иди, я говорю, куда? Она говорит, в жопу иди. Извиняюсь, что это типа мат. Вот. Говорю, ну ладно, я уже обиделась на нее от того, что она сама виновата. Я ей хотела показать так, что мне неприятно. Что мне было просто неприятно. Что она тыкала в меня. Потом она сказала, потом она, я начала переодеваться, она подходит и говорит, Аня, прости, я пошутила. Катя, если ты смотришь это видео, то шутка вообще не удалась. Шутит это, когда смеются два человека, а не когда ты, блин, уже обидел человека, и потом уже над ним шутишь. Типа, все, я пошутила, давай оставайся. Ужас. А будто это я во всем виновата. А будто это я начала с этой фигней играться. Я как будто это все начала делать. И обычно виновата, как всегда, я. Ведь людей больше не находится. Не на кого свалить. О, тут же есть Аня, вот стоит она. Давай с нее все свалим. Это всегда так. Бесит уже. О, Аня стоит. А давайте все на нее свалим. Всегда, вот даже если я не знаю, о чем проблема, да, конечно же, я виновата, да? Других людей просто не бывает. А до этого я еще разосралась, извиняюсь, тоже за эту такую фразу с лучшей подругой. Правда, сегодня мы уже подружились, но я сам факт говорю. Берегите друзей, ребята. Всегда берегите друзей. Потому что ведь потерять его легко, а найти трудно этого друга или подругу. Очень сложно найти. Кто-то тебя, блин, не нравится, обзывает тебя все время. Вот есть такие люди. Просто есть. Но даже в классе есть один мальчик, который никогда не виноват. У него друзей поэтому почти нету. Все его обзывают. Все. Он такой маленький-маленький. Ужас какой-то. Поэтому никогда не бросайте людей, друзей своих или родных. Никогда их просто так не бросайте. Обиделись и все, и говорят, иди ты в жопу отсюда. Я, как обычно, виновата. Даже если я не виновата, я хочу убрать эту вину на себя. Все, мне уже что там думать? Я все в жизни уже переделала. Все проблемы, все до одной. Но если только на других планетах, ну, всегда я виновата. Я просто вам хочу сказать, почему, что я такого сделала, что все вину складывают именно на меня. Вот я даже, например, вот ни при чем, вот кто-то поссорился. Иногда они просто вот так берут, а подходят рядом со мной там. Это ты все виновата, в смысле я. Так что берегите друзей и своих близких. С вами была я. Ну-ка. Ладно. Я, кстати, сейчас иду от этой подруги. Я разрыдалась вся. Просто не видно. Уже все, уже слезы высохли. Она закрыла дверь. Она вот прям перед моими глазами взяла и захлопнула эту дверь. Ну, мне, как обычно, неприятно же. Это кошмар, просто кошмар.
Ладно. С вами была я. Ладно. Всем пока-пока и до скорых встреч.